Вот мы тут увидели, что кто-то там на машине стоит. Решили посмотреть, кто там. Ну что, снимаю. Давай, быстро. Что за машина стоит? Сейчас тут Виталий какой-то там стоит. 158, Рун, ну, что регион? Что регион, это чего? Тихо, тихо, потихонечку. Ходники. Со станции Корчина. А как вы сюда попали? Огородник. А что, у вас там нет охоты стоит? Да я не знаю. Я не охотник. Он сын просто да? Пробежаться, посмотреть, где что. Так не посмотреть, с ружьем тут не смотрят, а стреляют. Ну, пока, вы даже знаки поедете, если потуда, посмотрите, вон там знак стоит, на той стороне. Вон там, на выходе, вон видно чуть-чуть. Расстреляли в дребезги весь. Ну это уже идиоты натуральные. Еще бы. У нас вода сделана из стока, разломали. Это, ну, это уже хамло какое-то. Хамло. Они не охотники, а пакостники. Охотники, рядом патроны, гильзы лежат рядом. Как они не охотники? Да какие это охотники, если он по знакам стреляет? Вон, вам потуда ехать? Да. Ну вы остановитесь и гляньте один раз. 70, да, мы видели, две гильзы там лежат. 70, что ли, дробили? 96. 96? 96? Ну представь себе. От знаков уж еще не осталось. А мы тут старались, закапывали. Плотины-то не было, мы сделали сами, за свой счет. Да, все. А я знаю, я работал в первой бригаде, да, когда здесь плотину промывало. Добрый день. Постоянно смывало. Вы со станции Ребриха, говорите? Нет, с Корчина. Корчина. Вы с Корчина прямо? Да. У нас тут безобразие очень сильно. Не-не. Не, мы, я первый раз туда приехал. Мне отец вот показал. Где выходили, это шлюз, вода течет. Я разломали, переехать туда. Они переехали, там доски лежат. Не-не-не, там я видел, переправа сделана, переход. Мы привозили, мы не делали, тут еще не было. Вот эта вот вода, где блестит, ее там никогда не было. Да здесь даже утки нет у вас. Сейчас птица разная живет. Зябрь сходил. А что снимаем? А? Все снимаете? А мы все снимаем. Вот а. Знаете, на не, это... правда, ребята, никто не вот здесь у нас. Можем вместе сходить. Вот здесь вот озеро, такое же сделали мы еще одно. Рыжковский пруд. И там каждый год охотники. А они траву уберут. Не вырыли, курите, не курите, пожалуйста. Костерок, а, ничего не попортит, уезжают, все, уберут бедные головушки. Не-не. Мы, значит, ну, говорить не можем. Таких, с курящими не разговариваем. А это уже говорить. Были 100 знаки расстреляли, это уже просто какое-то хамло. Они... Не, мы ничего не поняли. Ну да, там поедете, увидели. Знак расстрелян полностью. Там. Да, а мы видели, там и два патрона лежат, 16 калибр валяют. Да. У меня 12, что? А вы не из села Корчина? Нет, мы со станции Корчина. Со станции Корчина. Я не понял это. Претензий никаких нет к нам. Но мы издалека увидели. Не, вчера не, только не. Были, это безобразие. Посмотрели какое. Расстреляно. Ну, мы ездили на этот. Вам да, может быть там не пока, было. Видно будет. Вот сейчас плотина. Вон где желтенькая. И там знак. Но. Ну, да вот где две гильзы. Просто посмотрите да. Для вида. И не, мы останавливались, смотрели. Гильзы лежат. 90 дробин. Все разнесли в дребезги. Где 5 километров знак. Все видели. Так, ну все, с Богом. Не, с мы Богом. Ничего не портим, ребят. С Богом. Подскажите, где озеро есть? Все нормальное. Игнат Тихонович, спрашивают, где озеро нормально есть? А? Спрашивают, где озеро нормально есть? Спрашивают. Еще озеро нормально? Да, ну, где, говорит, озеро нормально есть? Ну вот и нормальное. Не, а теперь, если вы выйдете, вот смотрите, вот дорога идет, и как только выходите, вот так дорога в деревню, то надо поворачивать влево. Вон там тополя. Да, там все, и на них там уже видно, это озеро большое. А там тоже есть? 5 лет его. Вот я поднимали, поднимали, сейчас ну, уровень уже... там 3 метра, а здесь 4 метра. Здесь нету, здесь одна утка была, и то она близко к моей были. Пока прорастет, осадка была. А у вас ручки поняли где? Да, конечно. Смотрите, а запишите, туда. Пожалуйста. Вот где тополя. По этой дороге, когда поедете. А у тебя визиток нету с собой? Там озеро. Точно так же. Там можете ловить, ну, конечно, не сетями. Рыбу можно ловить, там карась есть. Не, мы... Поехали. Запишите, потому что у нас канал в Ютубе. Вы увидите. И себя может там увидеть и верующие. Поехали. Ну запишите. Давай, раскройте Библию. В Инстаграме? В Ютубе. В Ютубе? Да, в раскройте Библию. А, блин, интернет какой-то, наверное, нет. Нет. Ну, в заметке напишите. А, в заметке, ага. Да, в заметке. Блин.
Подойди рядом. Рядом, посмотри, о чем речь идет, там услышать. Ну, слышно. Во свете Библии? Да, во свете Библии, канал в Ютубе. Угу. Самый богатый, наверное, который есть в мире. У вас сколько просмотров? Просмотров 50 миллионов. Ого. 55 тысяч подписчиков. Там. 55 тысяч подписчиков, 55 да. миллионов просмотров. Да. И вы просто увидите, там как верующие, там деревня православная. А, ну все, парни. И там много чего полезного найдете. Ну, мы сюда скатаемся. Катайтесь, вот в дом. Мы не пока не можем. Угу. Все. Ну все, с Богом. Спасибо, Богом. Всего доброго. Все. Канал ему, канал сказал. Выключайте, а? Ой. Канал ему сказал, канал. А сказал, так у тебя нету этих? Ну, вот. Все. Ну, у меня-то нету. Я ему сказал, чтобы он записал. Ну это надо было цветок только дать. Понятно, рубашки, все там. Одевайте, говорю, а ну кто придет? Да никто не придет. Очередная ошибка. Давай. А ты бы не напрягся? Я что не напрягся? Да не, напрягся. Я бы напрягся. Нет, видишь, он до первого числа стал охотиться. Это вот, да, это он из-за этого напрягся. А так что, на первое число? Сейчас он нельзя? С первого числа охота. Что, снимать еще? Нет, не надо, я сказал, не надо.